А если в партию сгрудились малые, сдайся, враг, замри, лег. Партия рука миллионная палая, сжатая в один громящий кулак. Понял? Вы слышите, что я говорю? Только да. Слушайте, что вы пока слушайте, что я говорю. Я пока еще говорю. Слушайте меня, вы молодые. Вы сначала разверните дело, а потом включайтесь. Что вы воруете с убытков? Воруете с прибыли. Коммунистическая партия учила нас, не воруй по-маленькому. И сажала непрерывно. Никто так не сажал, как наша коммунистическая партия была права. Потому что люди других убеждений должны сидеть отдельно. Нет, у нас, если умеешь, можно жить. Я в восторге от нашей страны, хотя она разваливается. Коммунистическая партия была во многом права. Но она не слушала своих коммунистов и жила сама по себе. Ее первоначальная идея советоваться с бедняками и нищими не совсем себя оправдала. Голодный не хочет управлять, он хочет кушать. А мы ему не даем, это замкнутый круг. Вы мне скажете, что вы мало зарабатываете. Я вам скажу, что я получаю копейки. А Майкл Джексон получает миллионы. Так кто из нас не это? Мы не должны забывать, что мы родились в нашей стране не по своей воле. Если бы мы родились по своей воле, может быть, мы родились бы в другом месте. Мы у нас родились, почему? По убеждению. Коммунистическая партия учила нас, не думая о себе, думая о других, тогда все другие будут думать только о тебе. Но это теория. На практике все иначе. На практике все наоборот. Но красота нашей жизни в теории. Мы ее себе придумали, и так себе поэтому красиво сами себе живем. Все, все, все. Я, правда, слыхал, что где-то соединили практику с теорией. По-моему, в Ташкенте. Но их всех посадили. Я знаю, как правильно говорить, так говорю специально, чтобы запоминалось. Если мы начнем считать, кто у нас неправильно говорит, нам нужно начать с нашего правительства, я не хочу с него начать. Я хочу вам предложить выпить за мое здоровье, потому что когда меня спрашивают, как я себя чувствую, я говорю, они не дождутся.